Друзья, ну что, мы находимся на первом объекте. Вот Багаудин нас сопроводил на мини-объект. Какой-то, да, вот что это у вас такое? Магазин или что это? Это пекарня, наверное. Ну, это как у нас принято в Дагестане. Первый этаж, либо цокольный этаж должен быть под коммерцию. И вот здесь, соответственно, владелец сделал АНК, именно говоря, о цвете 241, фасадный декор уже покрашенный в черный цвет. Стильно выглядит. Да, кстати, обратите внимание, мы в одном из роликов показывали тоже 241 цвет. Дом был у нас с фасадным декором белого цвета. Здесь фасадный декор идет такого цвета антрацит, графит. И смотрится, по-моему, даже круче, чем вот этот белый. Ну, в общем, прям обалденно. Посмотрите. Сочетание именно вот этот цвет идет, как если от 1 на 0,1, сочетание с черным декором. Поэтому вот такой объект мини. Вы обязательно в порядке подписывайтесь на YouTube канал Дмитрия. Оставлю здесь в описании. Он и я, мы оставим наши аккаунты. А дальше мы погнали по другим объектам.